Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Вперед на зомби-войну». И сегодня я решил пройти все три оставшиеся миссии, которые у меня не пройдены на 3 звезды. Так что, ребятушки, надеюсь, вам понравится, будет интересно. Да и мне самому интересно, как это все произойдет у нас. Так что приступим. Вот возьмем еще, наверное, с вами генератор вместо... Я думаю, что вместо коктейля Молотова, потому что коктейль Молотова здесь вряд ли нам пригодится. Ну что же, вы готовы? И я готов. Поэтому поехали. В этой миссии, ребята, у нас будут присутствовать практически все самые мощные зомби, которые есть у нас в игре. Поэтому я и взял с собой генератор. Вот сейчас вот взял манну. Нам ее нужно много, особенно на начальных порах. Вот эти зомби, тут же у нас будут и чужие, вот они, прыгуны, также и ползуны, и все-все-все, кого только можно. И камикадзе, ребята, здесь тоже будут, вон они, вышли. Ну что же, приступаем. Тут, как говорится, много еще зависит от того, как нам повезет. Так, огнеметчик нам здесь обязательно нужен, потому что только он может справиться вот с этими жирными зомбями. Так, тихо-тихо-тихо-тихо, не буяним, не буяним. Вы прекрасно знаете, что такое прохождение на 3 звезды. Это значит, что нашему автобусу не должны нанести ни единого урона. Так, ну что, пока неплохо. Давайте мы, наверное, вот так вот заморозим. И мне бы не помешала здесь турель, если честно. Ай! Блин. Хреновенько все, конечно же. Блин, это сейчас фигня превратит. Ну да, превратила. Ладно, ребятули, главное, чтобы не ударили автобус. Во, турель. Вот уже хорошо. Уже хорошо, по крайней мере, мы будем пробивать. Да елки-палки, мы что, мимо что ли? Ну да, мимо стреляем. Они немножко ниже идут. Ладно, ничего страшного, попробуем отбиться. Мне нужен огнеметчик. И желательно быстрее. Ну, ой, до него еще как до Китая раком. Генератор, слушайте, давайте генератор поставим с вами. Вот, манна пришла. Отлично, хорошо. Слушайте, ну смотрите, ползуна мы замочили. Второй вот здесь вот идет. Блин, камикадзе, как-то не вовремя он. Тут все нужно делать быстро, оперативно. Как говорится, нет секунды на раздумье. Я это знаю, ребята, уже не в первый раз эту миссию прохожу. Вы должны догадаться. Лучшие моменты, естественно, я буду при монтаже оставлять. Худшие удалять. Так, поехали. Ну, я вам скажу, уже что-то. Уже выровнялись, поэтому единственное, сейчас нужно разобраться нам вот с этими яйцами. Да, чтобы они больше не плодили эти энерголичинки, или как их назвать, я даже не знаю. Так, тихо, 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 не надо выделываться. Так, у нас еще один генератор. Давайте Соньку вызовем. Сонька очень хорошо бомбит, особенно камикадзе. Если он издалека появляется и Сонька стреляет, то она его сносит. В этом большой плюс. Ё-моё, 35 секунд, сейчас волна будет. Нам нужно укрепиться, потому что до волны вряд ли я успею пробить забор. Поэтому укрепляемся. Давайте заморозку сюда бросим. Черт подери, блин, вы видите, да, что яйцо делает? Оно просто-напросто не дает моему воину пробомбить хорошо эту преграду. Оно сразу его заражает. Все, нет яйца. Теперь, а теперь уже поздно. Теперь уже ждем, как говорится, атаку, волну. Слушайте, ну у меня турели тут стоят, Соньки стоят, все. Два огнеметчика, мы должны справиться. Надеюсь. Надеюсь. Так, пулеметчик у меня есть, давай. Давай, давай, родной, стреляй. Так, Сонька еще одна, нам пригодится здесь. Так, турелечка обязательно. Все пока у нас хорошо, ребята, идет. Волна сейчас закончится, надеюсь. И мы спокойненько с вами пробьем баррикаду. Ай-ка, хорошо. Да, у нас все удачно здесь получилось. Естественно, вызываем Марины и по-быстренькому пробиваем. Как вы видите, ни одного урона не нанесли нашему автобусу. Поэтому у нас эта миссия должна быть пройдена на 3 звезды. Ну, вы сами видели, какой был наплыв зомбарей. Тут чуть-чуть где-то прозевакал бы и все. Ну что? Да, деньги нам лишние не помешают. Отличненько. Ну, а теперь давайте определяться со следующей миссией. У нас их осталось 2 штуки. Это 141 и 136, по-моему, если я не ошибаюсь. Ну и, наверное, мы будем начинать... Давайте вот с этой. 141 миссия. Поехали.
Да, друзья мои, эта миссия тоже оказалась очень и очень коварная, только лишь потому, что сразу же начинается здесь на ранних этапах выходить зомби-камикадзе. Вы сами понимаете, что это значит. Что мне с ними не совладать. Мне нужна ярость для того, чтобы хотя бы поставить бочки. Даже энергия здесь меня не спасает. Вот смотрите, что сейчас будет происходить. Они будут меня просто сейчас шинковать здесь. Вот так вот. Но в любом случае мне нужна ярость. Как только я поставлю первую бочку или... Ну, генератор, конечно, долго. Долго на него копить, а вот на бочку-то быстрее получится. Так. Хорошо. Сейчас эти зомби у нас воскреснут, восстанут. И я за счет их убийства должен... Блин! Должен получить... Ярость! О, отлично, отлично, Сонечка. Вот она первая бочка. В принципе, с этой бочки начинается отсчет нашей миссии. Если бы ее не было, поверьте бы, это была бы полная срака. Сразу же, просто тебя тут расколбашивали. Ну, хотя и сейчас могут расколбасить, если пробьют. А они пробивают, гады. И самое фиговое, знаете что? Что Сонька, труп, она сейчас должна встать. Если она встанет, она побежит на мою базу. Блин, вот сейчас нам повезло. Крупно повезло. Но все равно, главное, стоит бочка. Это уже плюс. Так, шериф, бомби. Бомби, родной. О, вторая бочка, все. Теперь я в безопасности, можно так сказать, ребят. Теперь они будут врезаться об бочку. Я имею в виду камикадзе. И умирать. Так, мне бы генератор бы еще. Было бы вообще шикарно. Потому что генератор выдерживает, по-моему, 3 попадания. А может быть и 2. Точно не скажу. Так, хорош, 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 хорош. Вот так, отлично. Вот когда огонь у огнеметчика пылает и бежит на тебя в этот момент камикадзе, он не добегает, он рассыпается. Запомните это. Черт подери, ну. Вот, вот, отличненько, отличненько. Это генератор. Все, теперь можно сказать, мы в куражах, ребят. Почему? Генератор нас защищает. Блин, Марина, да ё-моё, ну что ты не можешь добежать? Что за дела-то? Что за фигня-то? Я не могу понять. У меня огнеметчик бомбит, поэтому яйцу его никак не может сжечь. Что за ерунда такая? Давай вот так сделаем, может быть. По-моему, нифига не помогает это все дело. Ярость включил, берсерка, но почему-то... Яйцо, вот смотрите, оно раскрывается, когда плазму вызывает. И все равно почему-то мы не можем его поджарить. Странно как-то. 17 секунд, ребят, сейчас будет волна, сейчас будет жестко. Мне нужно плодить, как говорится, своих юнитов. Иначе нас раскромсают. Просто-напросто. Просто размажут здесь, вот поверьте мне. Так, ну что, Сонька, турель сейчас сломается. Вот что хреново. Угу. У нее буквально на один выстрел. Во, еще одна есть. Теперь живем еще более-менее. Я здесь вот так вот оборонительные фигнюльки всякие поставлю. Там в виде бочек. Генераторов, вот, Сонька. И, естественно, автоматчика вызываем. Так, это была первая, да, волна? Вот вторая, их всего здесь, по-моему, 3, если не ошибаюсь. Должно быть. Так, вторую мы тоже отбили. И... А, и все, это была последняя. 2 волны, значит, ребят, всего лишь. Ну, все, остается нам только лишь пробить баррикаду и... Урона не нанесли? Нет. Все отлично, ребят, я нас поздравляю. Переходим на последнюю миссию. 136-я будет там у нас. Деньги получаем. Хоть копеечки, но все равно приятно. Поехали. Да, большие траты у меня, конечно, по бонусам. Я очень много ярости потратил, очень много энергетиков этих пил. Но без них никуда. Ой, у меня, кстати, ребят, бензина-то нету. Ага. И что же нам тогда делать? Черт подери, без бенза. Куда же? Куда мы с вами рванем? Попросить, так, отправить, смотреть не хочу. Погоди-ка, а у нас же ящик, по-моему, есть. Точно, я про него и забыл, что он у меня лежит. Тут у нас сколько, по-моему, 10 горючки я получаю. Да, 10 горючки, отлично, ребята. Ну что, поехали. На самом деле здесь не все так просто, как я думал. Поэтому давайте по-жесткому начнем. Так, ФБРцы, ФБРовцы, давайте быстрее, отлично. Под яростью они должны наказывать моментально практически. Причем в 2 ствола стрелять сейчас начнут. Ну! Давай, 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 давай. Мне нужна ярость, ярость, как можно быстрее. Блин, да что этих чужих? Я не могу, они прям нервируют меня.
Слушай, ну Марина под... Тихо, не надо, не надо. Главное, чтобы не нанесли вред автобусу. Остальное ерунда. Мне приходится так поступать, ребят. Просто другого нету варианта. Вот, отлично. Так, турель, турелька, давай, давай, давай. Вон там уже эти камикадзе выходят, блин. Сейчас побегу, сейчас начнется. Слушай, нет, турелька их пресекла, отлично. Давай, 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 давай. Вот эти вот ползуны самые поганые, по-моему. О, ну, слушайте, ребят, я уже поставил генератор, а это большой плюс. Так, сносим. Между прочим, я вам по секрету скажу, вот эти вот ФБРовцы, это что-то с чем-то. Они бомбят по чернаку, я бы даже сравнил их, наверное, с Сонькой. Так, тихо, тихо, тихо. Вот вся прелесть, что их двое, видите, да? Одного убили, а второй все равно еще остался стрелять. Эй, тихо, камикадзе, успокойтесь, пожалуйста. Горят, все, отлично. Так, давай-ка вот так вот пулеметную дробь. И разорвала их к ядрене фени. Шикарно, тихо, не надо. Главное, чтобы не нанесли автобус урон. Все, остальное меня не колышет. Как мы тут будем выживать, это уже совсем другая песня. Турель, турель, все. Блин, мне не хватает сюда, ребята, бочки. А лучше генератора. Но смотрите, уже хорошо. Сейчас мы их добьем, этих гадов. Блин, только не чужие. Только не чужие, они... Ну вы видите, да, что они делают? Они просто сносят любых моих юнитов, которые ходят с огнестрелом. То есть они не прыгают там на Марины, да, например. Или там, кто у меня еще? А у меня только Марины из ближников, все. Стоит ФБРовца вызвать или огнеметчика, как они сразу же на него прыгают. Причем на турель они не прыгают. Отлично, давай дальше вот так вот. И бочка, живем, ребята, живем. Да что ты, кто там так бочку быстро сносит, я не понимаю. Фух, справились. Я не успеваю бочку бросить, как она тут же взрывается. Кто там ее так сносит? Просто за доли секунды. Ну вот, вот и дождались. Через 30 секунд у нас побежит волна. Нам нужно делать офигенную оборону. Офигенную просто оборону. Слушай, вот эти вот жирные, они когда-нибудь прекратят ползти или нет? Все ползут и ползут. Причем, когда они взрываются, они на 3 зомби, по-моему, распадаются, если я не ошибаюсь. Ребят, 15 секунд. Ну, у меня вроде оборона, будь здоров. Не понял, а кто сейчас огнеметчика взорвал? Эй! Огнеметчик-то с какого перепуга вы... Пипец просто. Все, готовимся, сейчас побегут. Ждем, стоим, стоим, насмерть стоим, блин. Не пасуем, не пасуем, во. Укрепляемся, отлично, отлично. Не пройдут гады, я вам говорю, не пройдут они. Это какая вторая? Так, вот уже, по-моему, третья волна. Черт подери, ну как огнеметчики жарят их, просто великолепно, а. Это шик и блеск. Все, что ли? Ну, что ж я могу сказать. Теперь мы просто пробиваем баррикаду. И миссия пройдена на 3, мать его, звезды. Да, долго-долго, ребята, я откладывал, как говорится, эти задания и созрел. Ну что, дорогие мои друзья, как-то так вот мы с вами прошли все эти миссии. Уровень 8 у меня пройден полностью. И теперь я буду ждать от разработчиков уровня 9, 10, 11, и надеюсь, он скоро появится. Так, ну что, посмотрим, что у нас в этом ящике. Ну, неплохо, неплохо, я вам скажу. Отлично. Теперь мы можем просто с вами фаниться. Да. Делаем пакетик крови. Вы знаете, да, для чего он? Для прапывания моих юнитов. Да, и вот еще, чего я хотел вас спросить. Как звучит голос, ребята? У меня сейчас новый микрофон, я перехожу на него. Если вы скажете, что с голосом все нормально, не искажен, не искривлен, не шипит, не бурчит. Потому что мое восприятие это одно, а ваше это совсем другое. Так что, ребятушки, пишите мне, пожалуйста, в комментариях. Да, денег, к сожалению, у меня на прапывание нету. Но, тем не менее, я установлю. Давайте, наверное, кэпа. Да. Кэп, кстати, очень много нас выручал, поэтому я думаю, что он достоин этого. Ну что же, вроде бы все, да? Деньги накопим, потом я уже их дапаю. Можно, конечно, пойти на лигу, но я думаю, что это мы оставим с вами уже на следующую серию, тем более я на 6-й позиции. Да, ну что же, всем большое спасибо за просмотр и до новых, ребята, видосиков.
Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing.